Всем привет! Сегодня 1 сентября 2022 года. 5:45 утра. Первый день осени, первый день начала нового учебного года. Так что с этим большим праздником поздравляю я всех деток, их мам и учителей. Хотя, помню сам, я не очень любил этот праздник. Хотелось бы, чтобы летнее безделье продлевалось как можно дольше. Ну ладно, детки, вы учитесь, а то будете так сидеть, как дядя Сережа, без денег и без работы. Вот, Герка пролезла в какую-то специальную щель, чтобы поприветствовать голос Левитана своим личным присутствием. Вчера сообщили, что загрузили банкоматы, почему-то в среду не должны были загружать, но загрузили. Может, кто-то мои ролики смотрит. Посмотрим, сейчас пойдем промышлять наличные. Воды в кране как не было, так и нет. Но будем надеяться, что скоро появится. В целом ночь прошла спокойно. Я не слышал ничего, только единственное, сейчас вот полчаса подряд выла тревога в ее усиленном варианте. Но повыла. И замолчала, хотя разбудила всех. Вон собаки попросыпались. О, поскакала коняка. Ох, какая щель у нее там. Так что будем надеяться, что день будет спокойным. Всем он принесет позитивные новости. Всего всем хорошего.